Всем огромнейший привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, и мы продолжаем прохождение Final Fantasy VII. Клауд теперь с нами, мы готовы к битве, практически. Практически готовы, практически ко всем битвам, которые вообще могут быть. Ох, Клауд! Клауд, я был глубоко тронут твоей историей. Я на самом деле очень слабая личность, и поэтому я, наверное, понимаю, что ты чувствуешь, Клауд. Неизвестно, когда начнется битва, но нужно быть всегда в форме. А я полностью с вами согласен. Ну, кто у нас с Клаудом пойдет? Кто у нас пойдет с Клаудом? Тифа, наверное, да? Лиса Сита взять с псом. Давайте возьмем пса, наверное. И давайте возьмем Тифу. Не знаю, хочется почему-то так. Так пока что нашу пати реорганизовалась. Послушай, Клауд, мы сейчас выполняем задание по извлечению большой материи, верно? Я знаю, что типа под водой, а в Юноне есть подводный реактор. Судя по всему, осталась всего одна. Так, вперед. Под водой в Юноне. Где это Юнон, а где это вода? Я, честно говоря, не знаю. Скажу честно. Надеюсь, там материя снялась автоматом, типа, нет? Вряд ли она там снялась, наверное, все-таки. Да, все материи не снялись. Ну, с прошлых членов нашего отряда имеется в виду. По ходу дела. Будет как-то поменять их, да? То есть с Барата нужно будет снять. Но Клауд, хватит, мы едем в Юнон! Я рад, что вы с нами. Блин, я тоже пес рад, что вы с нами. Что мы все с вами. Только знаете, чему я не рад? То, что я материю забыл снять. Попробуем, наверное, как-то так это сделать. Надеюсь, что тут меняется, да? Благодарю за отличную работу. Какие будут указания от телефона? Все-таки был Барретт и все-таки была Яффи, правильно? Плюс еще был Сид, блин. Как это сложно. Как это сложно. Но материи надо снимать, понятное дело. Материи типа много, но потому что материя Клауда мы вернулись типа. Ультиму обязательно нужно прокачивать. Это прям 100%. Ну, для того, чтобы она начала работать. В ближайшее время мы этим займемся. Я думаю. Можно еще вот так вот сделать, смотрите. Восстановить ЖП и ХП. Но потом еще раз телефон, конечно же. Телефон. Нам нужен Сид. И нам нужен... Пёсли. Может быть, пса и Винсента покачать. Даже как вариант, да? Жалко, материи автоматом просто не снимаются. Это было бы немножко удобно. Ну ладно. Это неприятность мы с вами переживем. Я думаю, это не так страшно. Вот из-за этого я и не люблю каждый раз новые какие-то группы делать. Люблю работать одной. Зря с ним начал болтать.
Ну что ж, экипировку, давайте пса экипируем, а мы уже экипировали его, да, материю экипируем. Клауду. Клауду нужен все восстановить, потом взять на... Ну не сюда только, а вот сюда колпак с контратакой. А где материи-то? Нужна контратака для нам. Комет, удачи, выход украсть. Можно и украсть сюда. Поставить. Нам нужна контратака. Она у кого-то осталась, что ли? У Яфи? Или я просто не замечаю? Смотри, бросок, стихия, молния, печать, чувство, лёд. Хорошо. Поглощать печать, но нет контратаки. Где-то нету. Просто нету контратаки. Толпа, гравитация, ультима, ладно. Годится, как и комета, да? Только украсть. Пускай молния тут будет. Даже лечить будет тут, но где контратака-то? Вот это поворот! Мы где-то контратаку сами, друзья, профукали. У кого-то ее оставили. Да, у нас будет веселая серия, которая мы будем заниматься тем, что просто ставить материю друг другу по ходу. Ой, как же это обидно. Походу, у Яхи мы не сняли материю, да, с вами? Вернее, я не снял, потому что я идиот. Сняли? Была же контратака. Ну, 100% была. Ну, прям 1000% была контратака. Я же в своем уме. Чудеса, ребят, чудеса. Просто... А, вот он, короче. Украсть, снаить все, вот на контратаку она. Я же помню, что у кого-то она точно была. А вот этот сейсит это не... Разодели. Скилл нужно обязательно тоже иметь. Про сейсита я вообще забыл, честно говоря, что он у нас был в пати, а действительно у нас в пати был. Как ни странно. Сложные манипуляции мы, конечно, проводим. Но бывает. Вот на контратака и давайте сюда. Что еще ставим? Нео Богомут, наверное. Сюда вставим все и... Что еще? Ну, хилка нужна, но время тоже, в принципе, замедление, спешка. Сюда все восстановления какое-нибудь, пускай даже третий уровень, ничего страшного. Украсть, наверное, Левиафан. Вражеский скилл пускай будет у неё. Пускай будет у неё Богомут. Огонь, титан. Как-то мы так поставили материю, не очень попад в конце, ну ладно. Так, восстановить. Пускай будет молния. Рамму. Магия плюс. Нужна ли нам магия плюс? Да пускай будет.
разрушения, смысла нет. Чего, да, один, да, много просто материи, можно вставить разные чип, яд. Огонь, колпак нет, гравитация, да, восстановление, да. Выход пускай будет, на всякий случай. И яд, наверное, да? Как-то так. Так, мы с вами решим эту проблему. Ну и на дно куда-то нам нужно там, а куда только конкретно на это самое дно. Оба-на, все боишься, да? Ага, откуда тебя знает? Ты не знаешь, как это трудно плевать в поездах? Что ты, пожалуйста, оставь меня в покое. Я все понял, Яфи. Когда меня тошнит в полете, меня это действительно убивает. Когда я был солдатом, я полностью забыл о том, что меня укачивает. Существует ли какой-нибудь способ избежать этого? Ну, полагаясь на мои исследования... Во-первых, если ты сильно нервничаешь, то тебя будет, не будет тошнить, но ты не можешь все время нервничать. Есть полно свободного места, чтобы избежать тошноты, ты можешь ходить туда-сюда. Так же может послужить неплохой идеей для прогулки. Но когда я был солдатом, мы проводили много времени в грузовиках. Это плохо. Очень плохо. И есть одна вещь, чего тебе не нужно делать во время поездки, это... считать. Как только тебе станет плохо, уже никто ничем тебе не поможет. Я знаю, это трудно. Так что тебе немного лучше, чем мне. Но я себя неважно чувствую. Интересная лекция от Клауда. Не лекция, конечно, так. Подбадривающие слова. А яхи наши. Поехали, я думаю. Обучающий пилот, поехали, да. Да-да-да-да, только вот я не знаю, куда... Может, он сам нас приведет куда-нибудь, а? Типа автопилот, все дела. Оба-на. А, то есть нас реально сюда привез, походу, да, дело? Подводный реактор-то. Или это то место, подождите, то место, где было поселение, оно ушло под воду вообще. После землетрясения, что ли? Ух ты! Модил! Так вы видите, он раньше был маленьким тихим городком у горячего ключа. Теперь все переменилось, но я вообще-то рад. Как все переменилось, то гораздо лучше. Да уж. Модил это значит на городок. И теперь вам полегчало, это очень хорошо. Больше не перетруждайся, понял? Да-да, я все понял. Ну разве не странная штука, это живой ручей? Интересно, когда я умру, я тоже буду плыть в таком теплом ручейке? Это вряд ли. Так, что-то у нас продается. Только самые лучшие товары, наверное, да? Добро пожаловать! Наличные весьма приветствуются, но можно заплатить карточкой. Ну да. Тут ничего не надо нам. Тут нам ничего не надо. А сантиметр, конечно, невелик, но если вы ищете что-то еще, почему бы вам не заглянуть в другие магазины нашего бывшего поселка? Отлично, теперь надо искать новую работу. Видимо, придется сделать халтуру своим основным занятием, подавать всякие аксессуары. Раз уж вы сюда зашли, почему бы вам что-нибудь не прикупить у меня? Я тут много чего собрала. Ага, омлет. А что огненное кольцо дает? Обнуляет, а как угодно. Сказочное. Это кольцо джема хорошее, да? Хорошая вещь. Денег, правда, нету. Видите, удача тут много денег стоит. То есть удача, наверное, вещь хорошая. То есть намного что влияет на шанс крита, шанс уклонения и так далее. Наверное, все вместе. Видели моего мужа, он исчез во время большого землетрясения, с тех пор я его не видела. Лучше бы ему быть в магазине. Вы не думаете, что мог пройти сквозь ту дверь и выйти в другой стороне, с обратной стороны?
Это ведь только мечта, а в реальности такое невозможно. Конечно, невозможно. Хотя... Да бы пожалуй, то, что вам как раз сейчас нужно, мы один отдых и расслабухи. Вы чё хотите-то? Ой, мы много что хотим. Такое, такая магия нам как бы не очень нужна. Спасибо, у нас не очень много товаров, но заходите еще как захотите. Как захотите, да? Я могу вообще куда-нибудь еще сходить тут? Или эту нервальну? Сам ручей вот в этот, например, по балкам. Вот по этим балкам. Ну, не запрыгнуть никак. Да ничего мне у тебя покупать и продавать-то тоже особо нечего. К сожалению. Ну, выход, значит, отсюда только. Только выход отсюда и все. Подводный реактор где-то должен быть. Где-то подводный реактор. Может быть, все-таки я правильно туда спрыгнул? Насчет подводного реактора там, как вы думаете, you know. Ну, это точно не Мингар. Это 100%, потому что мы знаем, где находится Мингар. Это, наверное, единственное поселение, которое мы со 100% вероятностью знаем, где он находится и что это Мингар. Ну, это не Юнон, это ферма Чокобо. Да, я вспомнил, когда уже сел, что это ферма Чокобо, мы тут Чукобо брали. Может быть, туда как раз надо слетать, как вы думаете? Или это глупо, подземный реактор? Знаете, что за деревушка? Подводный, вернее, реактор. Это у нас что за деревня? Эй, послушай меня, войска Шинра в пути. В телефонных новостях сказали, что у Руфуса есть два плана. Один это запустить ракету в космос с большой материей. Большая материя действительно так разрушительна? Ну, откуда ж я знаю? Узнать, что это за город. Что это за название города? Туристы, есть некоторые вещи, которые полезны знать путешествия по свету. Хотите, я вам расскажу об этом? Расскажи. Индикаторы карты. А, ну то есть название городов мы тут как бы не увидим, да? А нет, я ничего не хочу, я хотел узнать... Узнать, что это за город, тупо. Одна ночь 300 гили. Да нет, ну где одна ночь? Блин. Вряд ли это Юнон, но кто его знает. Молодежь, вы действительно верите, что здесь упадет большой метеор во все небо? А кто его знает? Мне вот узнать, что это за поселение, было бы неплохо. Они говорят, что метеор упадет. Ну и ладно, в конце концов, я все-таки уверен, что Шинра сделает что-нибудь. Ой, Шинра сделают. Так сделают, так что-нибудь сделают. Непонятно насчет Юнона. Отец так и пьянствует в баре, хотя он знает, что метеор падает. И жаль. Хоть он и взрослый, но не хочет смотреть на мир таким, каким он есть. Я не знаю, что делать. Метеор падает, да? Где бы мне спрятать мои деньги? Постой. Может, лучше, если я заберу их с собой и уберусь отсюда? Так метеор ж падает на все. Никуда тебе не деться. От метеора, блин. Никуда. А никуда не деться, никуда. Это у меня марга. Не марга. Которым продается, кстати. Гильдроп можно купить. Что еще? Печаль. Транквилизатор. Остальное все у нас есть, да? Ну, кроме зелени, но такие зелени нам уже и не нужны. Название города. Вот было бы на карте, цены бы не было, да?
Это магазин материи. Ну да, тут вряд ли. Хотя можно еще украсть, взять, купить одну. Чтобы у всех было украсть. Чувство. Не знаю. Это магазин Юнона, да? Там оружейный магазин, не знаю, Мидгар или что-то еще. Ну, типа такого было бы. Было бы круто. А так, мы, видите, занимаемся фиг пойми чем. Приземлились и тратим время больше. И вас, наверное, раздражаем, да? Я хочу, чтобы все разговоры о падающем метеоре прекратились. Да кто ж, блин, против? Метеор упадет на нас, а теперь еще этот неизвестно откуда взявшийся огромный монстр бродит в окрестностях. Ага, в окрестностях бродит какой-то монстр. Вот это любопытно. Это же любопытно. Монстр в окрестностях. Бродящий. Ну это Мидгар, это мы знаем. Ну что все-таки вот это Юнон, форт Юнона. И нам сюда. Ну просто подводный реактор меня постоянно как-то смущает в этом плане. Если я слышу слово подводный, мне хочется, ну как бы, найти его тут. Все они плывут к подводному реактору. Ну что перевозят? Ну они что, перевозят большую материю? К корабли Шиндра плывут к подводному реактору. То есть, возможно, все-таки это Юнон и есть. Да я отдаю вам 10 гили. Подводный реактор, подводный реактор. Или мне нужно в воде где-то искать, блин, какое-то скопление кораблей, да? Ну, вряд ли тут подводный реактор, блин. Давайте, наверное, все-таки отсюда выберемся. Знать бы, что за город. Я вот, надо запоминать, конечно, наверное, названия городов. Но видите, как... Мне с этим все плохо. Но еще нам не подсказал никто, что это за город. Трубу под водой, подводный реактор соединен с Юноном через трубу. Мы сможем добраться до реактора через эту трубу. Или все-таки я прав, и тут все это тут. И тут все это тут, а? Может быть, все-таки мы правы насчет Юнона. Это же порт, в конце концов, да? Труба нам нужна какая-то. Через трубу попасть. Наверное, все-таки мы тут. И первые мои мысли были правильны насчет этого. Наверное. Длинную трубу подводный реактор соединен с Юноном через трубу. Ну да. Подводный реактор через трубу. То есть нам нужно попасть в трубу, получается. Да даю я тебе 10 гили. Даю. Просто мне кажется, что труба ниже, а лифт ниже не опускает. Вот в чем проблема. А может, надо было с девчонкой пообщаться? Блин, погодите, что-то я... Что-то я туплю дико, дико туплю. Не хочу ничего пропустить просто. В прошлый раз чуть Клауда, блин, не пропустили. Если бы сразу сюда пошли без него. Не знаю, как бы вообще все сложилось. Наверное, с оно потом бы как-то Клауда мы пришли. Но это не точно. Это не точно. Ты кто?
Да, смотрите, возможно, прицел нам поможет. Клауд! Вот почему. Скорее всего, нужно было в начале Клауд все-таки. Мы бы не смогли пройти, да? Придурок, смотри, как я волновался за тебя. Ты был у живого ручья? Да, точно, я был там. Надо быть осторожнее, потому что однажды ты на мне женишься. Надо быть осторожнее, и все, да? Больше ничего. Хотя нет, просто был диалог с Клаудом. Не реагирует на изменения в нашей команде, это круто. А так, а уж с дедом, если пообщаться... Здесь не только рыба, но и сам океан, что вполне логично. А я уж обрадовался, что нас прям в трубу и приведет. Скажет, дельфин покажет. Помните дельфина ее? Мистер дельфин покажет, где эта труба. Ну и так далее. Ух, наивный нубасян. Слишком, я бы сказал, наивный нубасян. Ну, поехали выше чуть-чуть, видимо. Видимо, труба где-то там подводная проходит. Не внизу, а чуть выше. Но, с другой стороны, это не точно. С другой стороны, помните, там было ответвление такое небольшое слева. Если я не ошибаюсь. То есть мы могли пойти в разные места. Шендер забирает большую материю из подводного реактора Юнона, а когда они закончат, то придут ее обратно в аэропорт. Уходите отсюда, пока не поздно. Что, я буду наблюдать отсюда так, чтобы не стоять у них на пути. Ну, в принципе, как я понимаю, мы все-таки идем верной дорогой, да? Давайте запишемся на всякий случай. Достаточно быстро мы это сделаем. Потом они привезут ее в аэропорт. Нужно ли нам в аэропорт сейчас? Нет. Нам нужна труба и подземный реактор. Но это все лишь казарма. Хотя вот это и есть аэропорт. После того, как они везут ее в аэропорт, отправят в реакторный город на Гелинике. После этого они отвезут ее в аэропорт и отправят в реакторный город на Гелинике. Будьте бдительны. Они начали сбор большой материи из подземного реактора Юнона. Первый вопрос, где этот подземный реактор находится? Как туда попасть, блин? Да не хочу я точку записи входить. Ну, отсюда пути нет, только сюда. Это, может быть, этот прохожий нам расскажет, что да как. Да не хочу сюда заходить. А. У нас тут, видите, касцена началась, так что мы все делаем, видимо, правильно. Я могу ошибаться, но вам не кажется, что мы что-то упустили? Ага. Мы что-то упускаем. Да, мне это кажется. Заходи. Не хочу. Хотя... Давай пожаловать, я не могу это поверить, я не думал, что такой монстр, как оружие, существует. Чувствую печать лечения оживления. Все это нам не надо сейчас. Может, это упускаем? Да это понятно, что мы что-то упустили. Только что? Я не понимаю, как эту трубу найти, поганую, подводную, подземную. Я не понимаю, нет там пути никаких. Нет никаких других путей, к большому-то счету. Да понятно с точки записи, не хочу я сохраняться. Побегу назад, опять меня попросят сохраниться, ну. Ну, я понял, я вас понял. Может быть, нам сюда? А смысл нам сюда идти? Ух,
хотя бы битва, хоть что-то. Видимо, с солдатами, а даже не с солдатами. Ну, на тебе молнии третий уровень. Долбанем ради интереса. Ну, 6000 это должно быть... Нет, не до свидания, до свидания. Все-таки до свидания. 6000 это много. О, опыт дают неплохо, кстати. То есть, чисто теоретически, возможно, мы и правильно бежим. Смотрите, еще одна битва. Прям сразу же. То есть, охрана-то тут... ничего так, охрана. Прям охрана, прям охрана, да? Ух ты, имба какая, а? Дыхание магии. 3200 опыта. Да мы тут, блин, Леофан уровень повышен, Пес уровень повышен, Клауд. И к зеле, да мы тут просто закачаемся, если тут можно качаться таким образом. А не скриптовые бои чисто для... Для чего, да? Неизвестно. Что-то я упускаю, что я упустил? Про что нам Клауд говорил, что мы упускаем, что это? Салат-то жесткий. Контратаки, что у Клауда нет нифига. А пес еще жестче, блин. Что-то нам была контратака только что. Ну да, тут можно прокачиваться, прям хорошо прокачиваться, только нужно ли нам это, вот в чем вопрос. Куда-то мы не туда идем, что-то мы упускаем, да? Может быть, вообще не сюда нам нужно было, не в Юном. Может быть, все-таки залететь, это в море искать, в океане эту. Не, понятно, что в следующей серии я это найду без записи, если что. Просто мне казалось, что, ну... Тут вариантов-то особо нет. Это будет просто. Это будет очень просто, мне так казалось. Не смогли украсть, то есть теоретически у нас что-то там есть. Что мы можем покрасть. Украсть в очередной раз не можем, к сожалению. Чё сейчас двойная атака уже какая-то пошла вообще? Уже вообще какая-то наглость пошла. Меч судьбы, класс. Просто ваншот. На, тут можно качаться. Достаточно жесткие враги. И за них достаточно много опыта даже, да. Что ж там у них такого-то можно украсть? Мне прям интересно даже. Что я никак этого не могу украсть. Что такого крутого-то, сука? Ухо, наверное, все-таки какая-то. Точно.
Ну это уже принципиально, наверное, да? Попытаться все-таки спереть у него что-то. У Клауда предел еще один. Так и не украли, благодаря контратакам, 2000 опыт получили. Прокачиваться тут круто, конечно, вопросов нет. Ну, сюда мы тоже не можем, назад надо идти. Только что мы упускаем, про что Клауд сказал, что мы что-то упускаем. Ну а тут реально можно как бы прокачиваться и... В принципе достаточно неплохо это делать. 3200 опыта. Контратак уровень повышен. Круто, однако. Возможно, сюда нужно будет прийти, но позже, поэтому и достаточно враги сложные. Но позже. Подземный реактор Юнона, может это золотое блюдце тут имеется в виду, то есть на той стороне города наоборот. Я видел. Думаю, сюда выходили. Вот что-то было. Или не тут. То есть, когда ты заходишь, там был какой-то проход сюда или туда. Вот говорит, что мы что-то упускаем. Что мы упускаем? Может быть, стоит свернуть сюда? Пообщаться с кем-то. Ну, тут просто магазин. Оружие метеора испугали всех остальных, но я, как обычно, сижу здесь. Тут афиша какая-то, можно подойти посмотреть. Не то. В Утае там какие-то штуки надо собирать, помните еще? Но все-таки это не то, наверное. За них какие-то награды дают. Помним с вами, да? Это магазины, это все не то. Клауд как бы сказал, что мы что-то упускаем, но... Эй, прочь с дороги! Но не сказал собака, что...
Я потерял всех соперников в битве с оружием. Конечно же, я был здесь, учился, желанная зеленая форма офицера почти у меня в руках. Рад за вас. Эти спят. Да нет, тут мы ничего не увидим, тут мы ничего не получим. Что-то мы упускаем. Что конкретно мы можем с вами упустить? По крайней мере, сюда мы еще не заходили. Ни разу. Правильно? А раз мы сюда ни разу не заходили, то, может быть, мы как раз ничего и не упустили еще. Не успели. Вот что-то тут. Вот оно, походу, ребята. Кажется, мы что-то нашли. Какие-то шлюзы, какие-то трубы и какие-то новые враги сразу на нас, видите? Враги достаточно жесткие. Вот сейчас у нас мили ДПС, лучше получается пес. Ну, кажется, мы идем верной дорогой. Ну что ж, тогда всем спасибо, кто смотрел. С вами был Айс, ждите новых серий, и мы найдем то, что мы ищем. Всем спасибо и всем пока.